Филиал Кисловодской школы Олимпийского резерва в ближайшие несколько лет появится в Железноводске. Здесь будет легкоатлетический центр. Сегодня проект оценил министр спорта России Павел Колобков. Утром он прилетел с рабочим визитом на Ставрополье. Располагаться новый комплекс будет рядом со стадионом «Спартак». Он был построен к чемпионату мира по футболу. Также здесь появится скалодром, беговые дорожки и единственное в крае поле для длинных метаний. Новый корпус будет размещаться в здании бывшего филиала Южного федерального университета. Помещение простаивает уже 3 года. После модернизации на 3000 квадратных метров появятся душевые, раздевалки, тренажерные залы. Комфортно разместиться здесь смогут 60 спортсменов. Здесь возможно размещение тренажерного зала, ну и использование его при необходимости для проведения каких-то мероприятий, конференций. Ну, не знаю, смотришь, какое состояние еще этого объекта, да? Ну, ремонтируется. Разваливается. Нет, требует помещения, да, капитального ремонта. Сразу из Железноводска министр спорта отправился в Кисловодск. Здесь ему презентуют проект межрегионального спортивного комплекса на горе Баран. Также Колобков примет участие в открытии нового бассейна. Подробнее об этом в наших вечерних выпусках.